Всем доброго дня! Меня зовут Аня. Красота – это всегда то, что вызывает восхищение и вдохновляет. В Инстаграме я подписана на некоторых девочек-моделей, которые мне очень нравятся. Сегодня я расскажу о самых-самых. Барбара Палвин – венгерская топ-модель. Мне она нравится не только потому, что она красивая и ухоженная. Самое выразительное в ее лице – это губы и взгляд. Даже не сама форма глаз, а именно взгляд. Холодный, проницательный, роковой. Все вместе – вздернутая верхняя губа и ледяная голубизна глаз создают образ девушки, в которой много энергии, драйва и дерзкости. Адриана Лима, бразильская супермодель. Это жаркая, чувственная красотка. Темные волосы, красивое ухоженное тело и очаровательная улыбка сделали ее одной из главных моделей Victoria's Secret. Когда я смотрю на ее фотки, у меня возникает ассоциация с жарким летом, короткими цветными сарафанами и загаром, что мне очень нравится. Русская модель Пивоварова Александра по своему типажу полная противоположность Адрианы Лима. Это юная зима. Своей дерзкостью лица она напоминает мне изящную куколку Снегурочку. Мне очень нравятся ее белые волосы. Одна из моих любимых моделей – Наталья Булычева. Она потрясающая гимнастка, входила в сборную России. Наталья очень сильная и целеустремленная личность. Она много путешествовала, рассказывала о своих поездках, трудностях и успехах в Инстаграме. И что мне очень нравится, всегда поддерживала своих подписчиков и вдохновляла своим примером. Еще одна гимнастка, танцовщица, модель и просто хороший человек – Кейлин Слевин. Своими настоящими длинными белокурыми волосами и красивыми голубыми глазами она напоминает мне красивую сказочную принцессу. Еще она мне кажется веселой и жизнерадостной. Удивительно красивая русская модель Элона Лебедева. Если Пивоварова Александра ассоциируется у меня со Снегурочкой, то Элона Лебедева со Снежной Королевой. На фотках в Инстаграме она игривая, веселая и полна энергии. Ее Инстаграм полон модельных фоток и фоток с путешествий. Я думаю, что созерцать и вдохновляться примерами красоты и здорового образа жизни – это очень хорошо. Так модели-спортсменки дают пример заниматься спортом и следить за своим телом. Другие, имея оригинальный образ, пробуждают творческую фантазию заниматься своим имиджем. Я желаю вам быть здоровыми и красивыми, изучать мир и самих себя, заниматься творчеством, быть добрыми и внимательными не только к другим, но и к себе. А главное, желаю вам любви. Всем пока!